Приветствую, дамы и господа, мы. Ваша бабушка приехала с базара. 50 косуки упал. И привезла вам столько прекрасных вещей в самой красивой сумке из мерча Едалианы, ссылка в описании. Дисклеймер. Это видео я снимала до того, как произошел весь этот сюр, я снимала его в начале февраля, так что можете насладиться истинными улыбками и радостью этой жизни. Кстати, сейчас я в другой стране и временно буду жить тут, так что подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, чтобы не пропускать видео о том, где я, что я. И, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм. Это сейчас очень важно, потому что я не хочу, чтобы мы терялись, если... Все заблокируют. Приятного просмотра. Сегодня мы вновь проверим AliExpress на их хорошесть товаров. И, конечно же, меня на адекватность, потому что знаете, сколько я заказала? Очень много. И это не все, потому что у меня еще 3 огромных пакета. Смотри этот ролик до конца, потому что их я открою в конце. Ставь лайк, подписывайся и погнали. Первая посылка, я не знаю, если честно, что вообще в этих пакетах, потому что я заказывала это 2 месяца назад и копила, как бабка старая у себя под полкой. В этом покемоне что-то мягкое, ощущается приятно. Господи, это что? О, нет! Нет! Ходивайте, нет, 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 брат! Я заказала зеленого мандалорца, чтобы он был красивым человеком в моей комнате. И блин, что это вообще? Посмотрите, вот так он выглядел на Алиэкспрессе и стоил около 500 рублей. За эту штуку? Вообще-то он там не брелок, я хотела его поставить на полку, а сейчас мне придется вешать его на рюкзак. Я не фанат Звездных войн, чтобы этим заниматься. Дизлайк. Эта покупка тоже мягкая, тоже прикольная. И там у нас... Класс! Я ждала это очень долго. Как думаете, что это? Это резинки для волос. На Алике они выглядели так и стоили около 120 рублей. Но мне кажется, они того стоят, потому что они супер милые. Пиу! Пиу! Ребята, ну посмотрите. Какая я крутая просто. Вот увидели бы вы такого человека на улице. Пожали бы руку. Я бы подошла и села бы на колени и молилась 3 года. Ну потому что это что? На самом деле я хотела делать хвостики с ними, но раз в 2 я решила, что так приятно. А! Следующая покупка падает с неба! И там у нас... Так. Класс! Об этом я мечтала! Женский корсет для талии. Корректирующий полис для бодибилдинга. Я не знаю, что это. 307 рублей стоило. Давайте мерить. О! Господи, ребята, я надевала это 1000 лет, хаги-ваги, сгорел за это время. Я даже не знаю, как вам это показать, но, типа, вау, какая она была. Просто класс, и на самом деле, этот утягивающий корсет, я не ожидала, что он реально меня утянет, но он реально меня утянул. И тут даже я сделала это на первую, а можно было сделать на 4-ю. Понимаете, насколько девушки могут обманывать всех? Жесть. Короче, я снимаю, я наконец-то могу дышать! Реально дышится лучше. Не знаю, буду ли я когда-то это использовать, но покупка на самом деле годная. Ну а в следующей покупке у меня что-то интересненькое и квадратное. Сейчас достану. Итак, мы продолжаем добывать алмазы? А где я? Лиана? Как ты это сделала? Да у меня тут в коробке что-то пришло. Так и я в Китае, я только что вот отправился, ролик записывал там. Ладно, короче, эту распаковку проводи ты. Что? Садись поближе. Ладно, я ролик по Майнкрафту что-то записывал. Да поближе, еще садись, не стесняйся, подписчики вон там. О, нифига себе, вот это да, ребят, вы просто будете в шоке от того, от увиденного. Ё-моё, что здесь вообще, вы только посмотрите, это печки из Майнкрафта. И скорее всего даже не только печки, но еще и верстаки из Майнкрафта. Ля, ну ты как знал, какую посылку открывать, я теперь понимаю, почему из моего дома пропали эти все предметы. Вау, вы прикиньте, это сделано. Она даже из дерева. Слушай, ничегошно, ничегошно. Кстати, на Алиэкспрессе это выглядело так и стоило всего 300 рублей. И я думаю, что, возможно, я в каком-нибудь следующих роликов это использую. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и смотри все остальные мои ролики. Я подпишусь 100%. Лови! Следующая посылка у нас белая, мягкая, приятная. Так, там наверняка шапка, либо еще что-то. А я тоже распаковываю? Ну как? Пришел, значит, покуй. Офигеть!
Мы его нашли! Мы нашли его! Ребята, Хани-Вани, Кисси-Мисси, держи, это тебе. Ой, спасибо! А это мне. Слушай, а качеством они классные, давай распакуем. Давай. Вы только посмотрите, какие добротные. Они нашли друг друга, это... Кто это? Кисси-Мисси. А это Синий Хаги-Ваги, мы нашли его, он не пропал. О нет, Синий Хаги-Ваги. На Алике они стоили где-то 300, а до 700 рублей. 40 сантиметров игрушка с маком для игр. Милый Хуги, вогнутый персонаж. Плюшевая игрушка, страшная игрушка. Плюшевое животное, мягкий подарок игрушки для детей в Рождество. Вот так вот выглядит плюшевое животное, если вы не знали. Знаешь, они выглядят точно так же, как на Алике. Абсолютно. И вообще очень классно. И качество прям очень классно. Можно брать и обмазываться, Хаги-Ваги. О, он меня обнял. Ладно. О, как хорошо, что я получила новую посылку. Ну, кстати, ребят, на прошлом ролике про Алиэкспресс я просила вас набрать 30 тысяч лайков. Но вы набрали всего 29 тысяч лайков. Поэтому сегодня давайте мы с вами наберем один лайк. Я думаю, тогда-то мы справимся. Пожалуйста, поставьте один лайк. Эта посылка очень твердая. Дай угадаю. Это доска для приготовки еды. Конечно, что же мне еще заказывать на Алиэкспрессе? В прошлый раз ты решила заказать с Алиэкспресса шкаф. Я бы не удивился, если бы там вам доска. Да ты вообще знаешь, ты сам с Алиэкспресса только что приехал. О, какая милота. Это календарь на 2022 год. Я буду планировать здесь все свое будущее. И да, ничего, что я начинаю его вести в феврале. Страничку пропущу. Месяцок, я бы сказал, не страничку. Эта полезная штука выглядела на Алиэкспрессе вот так. И стоила всего 400 рублей. Так-то дорого. Тут отмечены даты и можно заполнять, какие у вас планы будут на этот день. Пою-ю! И следующая посылка у нас мягкая, а это значит, там что-то из одежды. О, ну какова красота, какова красотища. Вау, это фиолетовая кофта. Будешь мерить? Я? Будешь. Так она же не на меня точно. Мне кажется, я ее порву, когда надену. Пожалуйста, не заставляй меня надевать это. Я все поняла. Все прознала. Посмотри, майка вот, а это типа наверх. В общем... Сейчас она как выйдет. Что? Лена сказала, что она ее порвала, но мы это не заметим. Ой-ой-ой-ой-ой, какая дама, господи. Лена, ну тебе очень идет, ну прям, ну красотища. Спасибо. И как тут это, все идеально вообще, прям, вот, да, вот вы подошли ко мне, я прям сразу же все прозрел прям полностью. Блин! Ну, что я могу сказать насчет этой футболки? Достаточно хороший фасон, качество, в принципе, тоже неплохое, хочу отметить. Ух ты! На Алике она выглядела вот так, и стоила всего 1000 рублей. Она меня колет. Вот что я могу сказать. А еще тут рукава длиннее, чем... Вау! Блин, я не все сделала. Блин, это так намного лучше. Ну, слушайте, пишите обязательно в комментарии, как вам. Ребят, я оценил, говорю, 10 баллов ставлю. Не смотри. Так я не смотрю. Ну а следующая покупочка просто замечательная, потому что это линзы. И именно поэтому Фиксай сейчас сидит рядом со мной в кадре, он будет их надевать. А почему меня никто не предупредил? Я никогда в своей жизни не носил линзы, я ни разу этого не делал. А все видео, которые я смотрел на эту тему, это очень больно. А еще вы смотрите, какие они. Это линзы мухи, они белые, они делают глаза белыми. Что? Да. А если я ослепну? Как ты ослепнешь? Это как у LG, типа. Так я готов вообще. Будешь надевать? Давай я тебя даже подсниму сейчас. А мне кто-нибудь объяснит, как это делается? Смотри, берешь линзу на палец. А если палец грязный? Ну, помыть руку. Так пойду помою. Давай, иди помой. Заскамила. Я все слышал. Пациент студии Фиксай. Линза номер один. Короче, твоя цель — вставить эту линзу в глаз. Берешь вот на этот палец вот так вот линзочку. Вот так она у тебя должна. Этот глаз вот так делаешь. И вот так вставляешь. Прям давить вот так? Ну, немножечко. За что мне все это? Надеюсь, мне заплатят за это. Или хотя бы лайков поставят 1000 штук. А без разницы на какой глаз? Лучше на правый сначала. Ты должен другой стороной линзу взять. Это как? Оп.
Вот так, короче, надо надевать. Она может потеряться? Если упадет туда. Вошла? Нет. А где она? Под глазом. В смысле под глазом? Вот. А, она на руке, на пальце. Она загнулась. А как ее разогнуть? Я ее разогну. Сейчас я тебе попробую сама вставить. Это невозможно. А, щипит глаз. Ой, щипит глаз. Что щипит? Что, не пойму, щипит глаз что-то. Что у меня там? Что у меня там? Ничего. А что я пугаюсь тогда? Не щурься. Это автоматически получается. Не щурься, смотри наверх. Ладно. Так, все нормально, все, собрались, мускулы. Давай. А, она где? Где она? Она нормально, все. А, она упала. Попытка номер два. Что делаешь? Я не знаю, ты мне сказала так делать, я делаю. Я не могу так воткнуть. А как мне... Вот так. А, все, вот так. Она снится, она? Или что? Это гиблое дело, ребята. Такс, какое гиблое? Я сейчас все сделаю. Погоди, давай я сделаю себе. Давай. А, это так страшно. Она так спокойно это сделала. Сразу видно профессионал. Вау. С первого раза. Офигеть. Это очень круто. И знаешь что? Я вижу сеткой. Серьезно? Да, я вижу сеткой. Я сеткой вижу. Класс. Господи, это очень странно. Это капец. Так, все, хочу попробовать. Ребята. Это очень круто. Блин, это так страшно даже одновременно. Так, она до той стороны повернута? Она повернута той стороной, которой она должна смотреть у тебя вверх на пальце. А, стоп. Она не крепится. Она крепится. У меня же закрепилась. А у меня не крепится. С первого раза. Ну, у тебя глаза, значит... С Алиэкспресса. В смысле? Как же это тяжело. Давай. А где она? Пальцы. У меня глаза не липкие. Для тех, кто никогда в жизни не носил линзы, это вообще не страшно, но у меня не получилось, потому что глаз постоянно моргает, из-за непривычности очень тяжело их надеть. Просто невозможно, но это вообще не страшно и не больно. Эти линзы на Алике выглядели так, точно так же, как на этом глазу, и стоили всего 239 рублей. Вердикт, они супер, но в жизни я бы их не надела, потому что я реально вижу все сеточкой, и как будто все заблюрено. И очень странно, и плюс у меня зрение не супер. Короче, классно. У меня осталось еще очень много посылок. И давайте сейчас будет быстрая распаковка. Пакую, говорю, сколько стоило свое мнение, и все. Забавная женская заколка для волос, 90 рублей штука. А, это заколка для волос, реально? Я думал, это тюбики акварели. Оп. Ну-ка, подвиньте его быстрее. Круто. Следующая новая милая красочная заколка для волос. 79 рублей штука. Топово, красиво, прекрасно. Следующая. Заколка-кисточка, блестящая штука. 200 рублей на Алиэкспрессе. Как это работает? Очень красиво и элегантно. Помогите. Следующее. Желтые наклейки улыбашки на Алике выглядели так. 74 рубля штука. Буду делать фотки с ним в Инстаграм, поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Очень красиво. Ссылка в описании. Кстати, я скоро поеду за границу, поэтому сторис будут офигенские. Обязательно заходите в Инсту. Это модельки животных, которые я буду делать, когда буду обновлять аквариум аксолотным. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что скоро выйдет ролик про то, как я делаю им аквариум. Посмотрите. На Алике они выглядели так, стоили 200 рублей. И они классные. Офигенские. Заколка росточек для волос. Помогите! Оп, стоило 35 рублей. Ну и кто из нас теперь Лиана? Выше нормально. Всем привет, девчонки, добро пожаловать на мой бьюти-блог. Ну и как счастливо и приятно, осталось всего 2 пакета, и видео подойдет к концу. Если хотите больше таких роликов, пишите обязательно в комментарии. Надеюсь, там ничего не придется надевать мне. Надеюсь, там что-то придется надевать мне. Вау, обалдеть. Офигеть, какая она огромная. Ребята, это огромная шапка. Это мега огромная шапка заяц. Она стоила 1000 рублей. Ну, я теперь понимаю, почему, потому что качество очень хорошее. Мне кажется, в ней будет зимой очень приятно. Тепло. Так. Какая малыха. Слушай, вообще круто. Я ни у кого такую не видел еще. Очень мило. Ставлю 10 баллов. Мне кажется, я скоро сделаю в ней фотку в Инстаграм. Да, Инстаграм подписаться надо. Блин, я забыла, что у меня линза. Это так странно. И последняя посылочка это... Какая разноцветка, какая милая. Это вязаный кардиган. 1790 рублей стоил. Сколько? И на Алике вот так выглядел. Это самая дорогая покупка за видео. Окей.
Ну-ка. Он на ощупь вообще классный, как будто кашемир. Да, кашемир, кстати, это ткань такая. Посмотрите. Господи. Он очень крутой. Вообще. Срочно мерить. А? О! Ребята, ну какова? Можно и в школу, можно куда угодно. Ну, прикольная. Ребят, вы посмотрите, как преобразилась именно с этими заколками. Это вообще так круто выглядит. Мы в школу. Пока.